Всем привет, друзья! Всех с Рождеством! И я хочу поделиться одной прекрасной новостью. Мы, наконец-таки, эвакуатор. Теперь мы будем катать свои машины, и клиентские машины, и брать заказы по городу, да, можно и по межгороду, на вот таком прекрасном эвакуаторе. Сейчас приведем его в порядок, обслужим и будем врываться в бой. А еще продается вот такой замечательный V-класс марка Polo. Крыша у него открывается, там спальное место. V300, полный привод, 239 лошадиных сил. Ну, все как положено, на пневме подвески. С кухней, с душем. Ну, кайф в тачках. По цене ниже рынка на 3 миллиона. А вот эта прекрасная Silvia S15 продана. Продали кузов с фарами, с задними фонарями, на подвеске. Без салона, без мотора, без коробки. Все, она ушла. Ну, она еще тут, но скоро уедет. Вот такой прекрасный кузов. В идеальном состоянии. Очень хорошим. Ушел. А вы угадайте, кому мы продали эту прекрасную 15-ю Silvia. А сейчас я покажу еще одну маленькую радость. Мы забрали S14 с покраски. И это S14 будет на розыгрыш. Максон уже максимально оперативно за нее взялся. Устанавливает все запчасти. И скоро соберем. И будет выпуск отдельный на канале SiteMasters. Так что подписывайтесь на канал. Не пропустите. А еще вы можете выиграть эту машину, купив набор SiteMasters по номеру телефона вот тут. Так, а Супра у меня вот в таком состоянии. Как думаете, почему? С виду вроде все цело, вроде все в порядке, а колес нет. Эх. Ребят, вот то, что происходит в боксе, я это вижу каждый день, и мне это особо не интересно. Ну, потому что я знаю, что происходит, и что будет происходить, и как будут выглядеть машины в конце концов, там, и так далее, и тому подобное. И вот у меня возник вопрос. А вам это интересно смотреть, вот заходить в сторис и наблюдать, что происходит у нас вокруг? Вот в таком формате, как сейчас я опубликовал. Проголосуйте, пожалуйста. Если да, то постараюсь сделать это чаще. Ну, лучше, конечно, каждый день, но постараюсь как можно чаще. А еще у нас в работе вот такой Ford Econoline E250. Заливаем антифриз, но это не, так сказать, не то, что мы только делали в нем, да? Вчера Вова был черномазом. Да. Что, какие работы по нем ведутся? Производил замена свечей зажигания, замена задних дисков, тормозных колодок, передних колодок, замена масла, замена антифриза. Потому что мы снимали радиатор и промывали его. Угу. Я так понимаю, тут еще есть один нюанс, как менять свечи, да? Надо. Да. Сейчас покажу следующий сторис. Да. Вот эта панель не просто так здесь стоит, потому что, чтобы подобраться к мотору и поменять все свечи, нужно это делать изнутри, из салона. Ну, все мы сделали успешно. Вов, успешно же сделали все? Да. Все четко. Кстати, вот выглядит он очень свежо. Здесь перевозят байк. Очень круто. Смотрите, какое состояние сидений. Как будто оно просто новое. Очень нравится. Но вот то не совсем как будто новое. Но вот это прям как будто новое. И пластик в хорошем состоянии. А еще вот здесь у нас есть очень интересный проект. BMW E30. Как вы можете видеть, она уже без мотора. А в следующей сторис покажу, что с ней мы будем делать.
в очень, кстати, хорошем состоянии. Можно заценить салончик. Вообще очень кайфово. Мне очень нравятся старые тридцатки, пятерки, Е28. Кайфую от них. И за белый цвет отдельный респект, конечно. Она очень красивая. Ребят, давайте еще одно голосование. Показывает на Ютубе вот проект про белую Е30 или нет? Я думаю, все-таки показывать. Ну, вы проголосуйте. Так, у нас тут лежит Елтыш. Кто знает за шутку, тот поймет. А вот этот мотор М52Б60... Ой. Ты все напутал. Ёпты. М62Б44. Да. М62Б44, V8 от BMW. Вот эта вся история упадет у нас вон в ту прекрасную Е30. Елтыш, сорян, если чё. За то, что я перепутал BMW моторы на V8. Должен получиться очень интересный проект. Так, вот так выглядит машина на розыгрыш. И есть информация, вот она уже без подвески. Продам с нее передний вайслап. Забирайте. Цену предлагайте.